курица в масле. Правда, речь идет не о растительном или сливочном, а о машинном. Сотрудники Россельхознадзора совместно с полицией задержали 19 тонн курицы, которые перевозили в упаковках из-под машинного масла из Санкт-Петербурга в Красноярск. Кроме того, товар пытались доставить в железнодорожном контейнере, не подлежащем для транспортировки скоропортящихся продуктов, а перед отправкой мясо на ветеринарный осмотр не направляли. Однако в Санкт-Петербурге, по всей видимости, этого и не потребовали, поскольку в документах было указано, что перевозят вовсе не птицу, а моторное масло. Часть куриного мяса в пути разморозилась, что также является нарушением. Сейчас товар находится на ветеринарной проверке. Наложен арест на товар. Но говорит о том, что он его каким-то образом снимет с ареста. Более того, там на предприятии имеется подразделение Госветнадзора, которое информировано, да, по данному факту. То есть они осуществляют контроль, чтобы оно до получения результатов экспертизы никуда не делось.